Значение технологий в нашей жизни достигло новых высот. Все больше людей проводит время в интернете, решая там свои задачи от работы, учебы до развлечений. В среднем россияне проводят в сети до 7 часов ежедневно. Если отбросить 8-часовой сон, получится, что 40% времени бодрствования человек в онлайне и в большинстве случаев с мобильного телефона. Узнаем у мурманчан, какие цифровые возможности они используют и как себя чувствуют в виртуальном пространстве. Как часто вы бываете онлайн? Да, постоянно, как видите, вот прямо сейчас иду. Без него сейчас вообще невозможно ничего. Вплоть от финансов, кончая все новости, что есть. Я преподаватель иностранных языков, и то есть в онлайне я вот так преподаю и встречаюсь со своими студентами. Быть онлайн сегодня – потребность, которая становится неотъемлемой в нашей жизни. Найти путь, загуглить, быть в курсе событий и самим участвовать в них, независимо от места нахождения. И везде мы ожидаем высокое качество связи и интернета. Чтобы обеспечить комфортные условия для общения абонентов, мобильные операторы большое значение уделяют развитию сети и увеличению скорости интернета. Измерениями его качества на регулярной основе занимается компания Ookla – мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета. Мурманские эксперты Ookla проанализировали почти 25 тысяч тестов, сделанных с января по июнь 2021 года пользователями всех операторов связи. Замеры подтвердили, что интернет Мегафона самый быстрый в Заполярье. Также компания за год увеличила среднюю скорость интернета в Мурманской области на 25%. Мегафон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России 5 лет подряд. За это время общий объем мобильного трафика в сети оператора увеличился в 3 раза. Быстрый интернет необходим абонентам для того, чтобы полноценно использовать смартфон, ведь практически всем приложениям требуется соединение со всемирной сетью. Играть, читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку и строить маршруты не получится без постоянного подключения к мировой паутине. А благодаря развитию 4G в регионе, северяне продолжают наращивать объем потребления интернет-трафика и активно пользуются голосовой связью, при этом даже далеко от областного центра. Чтобы сохранить достойное качество связи, мы активно и непрерывно инвестируем в развитие инфраструктуры. Модернизация сети в этом году позволила усилить сигнал в Мурманске и практически во всех населенных пунктах области, в том числе, где жителей менее 1000 человек. Такие изменения позволили увеличить потребление мобильного интернета у наших абонентов более чем в 2 раза.